Вдруг проиграет, да? Как бы пятый. Мы начали, господа. Просрался? А мы тебя кикнули. Хотелось бы тебе. Привет. Вы начали? Нет. Ты да, мы начали. Вторым будете, да. Мужчина. Почему? Я с вами. А, ты с нами? Так вот, кто занял твое место, пока Скопик усрался. Все. Третьим будете. Здорово, у вас мест нет, да? Нет, у нас тут два человека, по-моему, в очереди. Или один. Сколько? А кто там? Кто сейчас это зашел? Спикер. Можем сходить когда-то на другую. Подожди, то есть если у нас занято, вы ходите по чужим серверам? Налево? Я подожду, я зашел на тебя. Вот это вот настоящий, вот нормальный наш. Чувак. Это настоящий наш. Что делаем, на Ивану сажаемся или что? Я Ивану, как всегда. Закрою. Я вот это закрою. Ну нас артой будет поливать вот этот вот казах. Янгл, а ты куда летишь? Ой, ты летишь? А потом будет вертораж организовывать. Янгл. Ну так что, высаживаемся на Ивана или нет? Высаживаемся. Иначе давайте, они его займут. Делайте, я закрою. Своим телом? Там, скажите, не только я закрою. Я говно пехоту могу бесконечно бросать туда. Направо. Но у меня их там 66 юнитов. Говно пехота. Ну так и есть, это советская мотострелки. Нет, советский мультик там был, кажется, там где-то два основных генерала, у одного таракана были, а другого мухи. Я понял, что-то. Победили. Гениальный мультик, конечно. Хрена у вас там раш вертами? Может сразу на базу? Возможно, да. Если из количества такого исходить, то да. Хотя, может, Янгла там оставить? Направление получено, выдвигается. Готовы стрелять, сэр? Скажите, если будет РСЗО. Убег, ну я по своей метке кидаю. А я выше твоей метки кидаю. Окей. Морально выше. Я стою выше тебя, Энаки. Да. Ага. Без нас вы были бы слепы. Ух ты, самолетики. После этого гениальное вот это. Самолет справа. Я тебя ненавижу. Налево, налево. Вылетел направо с самолетами. Очень много самолетов. Привет, Томкэт. Это хуяк! Ничего себе! О, вертораж. О, тунгуски. По-моему, на пхау ничего нет. Нет, там есть техника, но ее максимально мало. Да. Там. Блять, обе тунгуски вынесли мне артой. Сука, знал, когда стрелять, молодец. Я, пожалуй, отмечу фобу. В меня ланс в ответ прилетел. Это грушник. Это, сука, грушник. Еби его в жопу, еби его в жопу, брат! Особенно Цезаря. Все во рту, чтобы выебали. И пканы пошли в лесок. А, нет, я думал на акулу сейчас, блядь. Че, я помогу ее вторая? Я не знаю, какой артой он стреляет, но разлет такой, что даже в хап. Я на перезарядке, если что. Фоб скопу залетает. Налево куча техники. Грушника видел. Я же говорил, что она быстро кончит. Так, я, пожалуй, поеду на Илину, ЦВшка, извините. Я передумал. Колонну мы залили, прям мое почтение. Жалко, там никто не ехал. Ну почему же? У меня нахмайн так зашло. Нет, просто знаешь, там обычно тугая струя техники. Ну это да. Струя. Где? Ну, Леопард второй точно я убил одного. Да, 24-й. Вот еще большая струя. Вот они где поехали все. Ждите следующего залпа, что я могу сказать. Ну, это да. Отправляемся. Меня...
мерчи готовы, а вот... На Борис ЦВшечку-то поставьте хоть. Слева будет очень много техники вражеской. Слева бараки. На центр, на Леонид. Джангу высаживай на Борисе, Day One Day. Или ты куда-то еще едешь? А, ну я на Елену катил. А, да, не вопрос. Там потому Дмитрий что... есть рядом. Давай на Борисе. Там... Як, а ты куда свой УАЗик везешь? На Дмитрия? На Иван. На Иван, тогда я на Дмитрию уеду. А вон у Чифа есть. На центре стоит. Все, пускай стоит. Если стоит, это хорошо, стоит. Это не как у грушника. Да видим мы эти два. Обогнал Яка. Обогнал Яка УАЗиком. Я твой УАЗик считал. Давайте пехтуру уже кидать на права, на Иван. Есть приказание, сэр. Да, по оба там. 15-е. Халот. Ебашь контрбатарейку. Улюбил наш. Защищайте мою КШМ-ку, джунгл! Да срать, мы на неё хотели. Право вылет. Вылетел на него. Ты вылетел на вылет? 15. Да. По 2-5 даю. Блин, Т-80, самолет. А, Т-800. У меня просто в голове начало все путаться. Остатки минус мозга. Три желтых пукана. Которые... А, блин, он сволочь уехал. Ну, а вот эти говорят, не были? Блин. У одного я похожу. Чё-то я себя нехорошо чувствую на Иване. На меня падает что-то большое, жидкое. А можно сюда запилить его слева? Я бы вылетел. Нехорошо, да. Я разрешаю, как бы. МЛУ слева. Пизде. Это наше небо. МЛУ передумал. И иглами наступаешь, угу. Сэр. Ну, а что поделать, времена такие. Хочешь там все равно думать? Марио где-то грабит банк. Хочешь, мне нехорошо. Марио, мне холодно. Марио, мне жарко. Успокойся ты. Марио! Не, мы так ловко, конечно, все это взяли, но что-то, по-моему, мы въебываем. Я направо. Что в те же баканы, что это? Походу, да. Ну ладно, значит, им там веселей будет жить. Ну, да. Вместо одной струи будет две. Ох, там два, им они на два приехали, что? Да? Нам срочно нужна К-50. Скопикус, вылетай. В смысле? М1А2. Справа, в дыму. Ну, у меня только я по центру воюю. Она должна подставиться. Давай. Не, это твое дело. Это уже вы умеете акулы проебывать. Ну, свою есть грешок, есть. Она просто в ангаре стоит все время теперь. Она у меня самая живучая. Если вот сравнить с вашими всеми, сколько у вас акулы живут, и у меня акула постоянно живет. Ну, у меня, кстати, обычно 0 минут стоит, да, я ее просто не вызываю. Убивают больше всех и этот. Расскажи нам, я уже объяснял, почему у нас это. Почему это такая шутка? Потому что я всегда теряю, мне ее очень жалко. Так, пканы откуда ты херачишь справа? Я просто люблю этот. Кто на шведах сидит? Знаешь, ты просто говоришь вещи, которые я не могу вспомнить, потому что я все время помню, что она тебе падает. Да. Я говорю, потому что я очень громко всегда ее теряю. Самое смешное, что ты теряешь ее в первые минуты боя. Очень жалко. Товарищи, не могли бы вы помочь как-то в войне? В следующем году пройти. На этот год наша помощь уже кончилась. Товарищ главнокомандующий, вы же поздравляли и сказали, что война, победа в войне неизбежна. Да, воюй. Вот что вы имели в виду. Если хочешь,
Или ты хочешь меня подставить и сказать, что я пиздун? Пиздун. Твои, блядь. Ульрих, ну нифига ж ты с базы. Не, все нормально. Фобов рядом нету. А перех стоит вкусный. Мне всего-то 2-3 залпа надо сделать. Блин, эти скоты приехали убивать меня. Раньше такого не было. Вот опять. Ага. Чё за беспредел? Этот квартал мой. ЦВшечка вот куда-то сюда прилетела. И, наверное, куда-то сюда хочет сесть. На Иване по уголку ебаните. Уже работаю. Благодарю. Сударь, вы прекрасны. С тебя 200. Хуя, сударь, вы охуели. Демпингует. Я прошу 300. Он демпингует мои цены. Сколько? 300. Да, вы поняли, о чем речь. Правильно, это же чтобы было легче запомнить, как отправлять. Сколько, да, на карточку перечислять? А, это антиэйр. Привет. Ой, лонгбоу. Пиздец. Ошкаши есть. Есть ошкаши. Ты лучше скажи, есть ли у тебя ПВО. Я в деке нет. Только иглы. Блин, сразу, ну, видно артиллерию. У него в деке только игры. Не, у меня есть другая дека, там где эти, Пангайо есть. Я Пангайо слышу. Фишки. Ну а вот, что надо позвать? А в этой у меня деки эти акации. Серов, что тебе нужно? Блять, еще и на Елене вынесли ЦВХу. Вы что там, да, въебываете так все? Игл Дес направо. Серов, что ты просил у моей? Мамку. Твою. Ну тут тебе никто не помощник. Лонгбоу вот этот захуярьте, пожалуйста. Могу кассетами. Попросить. Я ничего не про... А, все, я его сам захуярил. Видишь, какой я молодец. А, на Елене вынесли ЦВХ. То есть, что там, так все плохо у вас? Мне уже нормально. Все восстановили контроль. Блять, опять этот квартал выебывают. Да вы че? Оставьте вы его в покое. Нихуя там в тылах. Пканчики вот отсюда хуярит над Константином. Если кому интересно. Летит. Конь скотина. Просто может там и фобы стоят, как мы вот расставляем. Это сейчас так делается. Я уже ведь знаю, где там фобы стоят. А, да, там же мои метки еще были. Да. Нет, твои метки ниже были. Я вот именно... Не, да, а там не было, по-моему, фобы, да? Есть. Или один был? Стоит. Ну? Я не знаю, чей, но он там один стоит. Вот в закутке леса вот справа, это. Справа, справа. Самолет справа. Метку поставь или о чем-то самолет, если. То я на них лечу. А, не лечу, у меня топливо кончилось. 12 мстей. На одном экране. Шинаф и Махбет рядом стоят. И Кашенко стоит. Увидел. Хорошо, пролетели. Справа наступление, Иван сейчас отожмут. Лечу налево. Это за звуки были, напомните. Оргазм. Оргазмирующие звуки. А как вы проебали, блять, Ивана? С добрым утром. В канале ж 13 человек. Кто там?
Кто там проебал Ивана? На канале 13 человек играет 1.5 инвалида. Там даже не 10, да, уже. 13. Да, так и живем, да. Что прикажешь? Во все дудки. Тут даже плохо играет, что мы можем поделать? Мы сделали для него все, что могли, да? В нашем стрессе. Дали ему возможность, короче, запустить этот сервер, да, то есть так просто. Я поехал. Не набралось быстро. Он как бы позвал, говорит, я победю, а вы просто для массовки посидите. И просто забейте, забейте, короче, очередь, да, чтобы кому там ствольная арта так активно херачит? Самолет не в тот район залетел, сэра. Ну потому что я занят был. Сейчас улетит. Все, улетел. Да. В Вальгалу сразу. На чужую территорию залетел. Там кормится. Ну потому что пехота была. Разбиралась. Напихали полные движки ракет. Да. У тебя я разрядил их. Что у меня кашкем делает? Светится. Она не светится, она стоит мимо куста. Ну мой, фиг значит. Военная пехота напихала. Два в трех. Лететь. Вот теперь Иван мы потеряли. Там Тула Серафон. А, тогда понятно, что вы Иван проебали. Тула вообще какой-то сегодня неэффективный. Очень сложно быть эффективным первым на варе. Несложно. И независимо, Тула ты или нет. Но. Или дверь. Или дверь, да. Двери тоже первые варе же. Там бесконечный пехота идет и идет. И хер ты что сделаешь им. Ну вот здесь два топчика штатовских М1А2. Почти мертвые. Да, но еще живые. Да, они выжили. Вот там контряд судя по звуку. Да, правый верхний здесь повидился, да, это. Самолет направо. Не увидел, сейчас у меня выебет. Ну, а я выебу его. Мы обнимемся и вместе пойдем. Есть минус. Нахуя, кстати, к нам не зашел? Зараза. Никогда не заходил. Не, ну иногда было. Ой, как хорошо попали. Очень хорошо. До контр-артиллерии пошел. Варта справа сверху. Три этих, блядь. У Букана два, блядь. Нихуя. Это мне скажите, спасибо. Нихуя мы тебе не скажем. Вообще никому тебе. Ну вообще можем нахер послать. Вообще извиниться должен. ЦФГ, спасай Умку. Она без оптики. Ебать, и меня, блядь. Дурацкий танк, нихрена не умеет. Против четырех танков не может выстоять. Тварь тупая. Шериданов, у него Шериданов. О, я Цезарю, блядь. Прикольно. А Юлия? Украине. В Украине Цезарь. Куда нам отправляться,
Да они охерели такой толпой лететь. Сейчас вон 52-ку положат. Оставьте хуяка нам одного. Он должен жить, пока мы его не выебем. О, странный гомосексуальный наклонность. Сверху, для него там. Все нормально. Пока очень мало серов узнаешь, поэтому тебе кажется странно. Действительно. Вышли в 5, да? Последний раз что делали? Это. Вчера. Ну уже сегодня даже, наверное. Со вчера на сегодня. Что ты и с кем это делал? Да, конец прошлого, начало этого. Это! Именно это. Теперь да. Теперь, по-моему, ебут центр, да? Нет. Не, мы идем. Мы идем по центру слева. На центре слева. Только вперед. Бастер, ты лучше вертолет возьми. Я бы хоть вверх дохожу. Да, да. Самолеты над центром. Проверка завершена, к вылету готовы. Не ж улетели. Артиллерия, надо эти леса изучить, артиллерия. Сейчас РСЗО перезарядится, отработает. Там чуть не осталось. Игл. Угу, съебываю. Ждем новых приказаний, сэр. Орудие и поезд готово. Право на Константине снова этого подствольной артиллерии были постреляющие. Если рейтинг, что казах выкупил арту за остальные 7 человек, которые вышли. Казах. В легкую. А потом вертараж, кстати, от него будет, вот стопудово, это наш человек. Не наш. Не-не, уже сколько раз играли, он под конец вот такой ситуации покупает верты. Удачи. Ну как, когда приходишь, вот, кстати, сюда, по-моему, минометики, да, херачат. Они постоянно катаются там, если я один поймал, остальные катаются. Угу. А мы очень бронированные твари. Вижу, откуда стреляет арта, ебу. Самолет слева. Амос тебе не Амос. Не, Амос прям вредная штука, он и бронированный. Вредный, он вредный. Он там стреляет, как сейчас, как тварь. Особенно, когда я там три штучки потащил. Мы устроим там наблюдательный пост. Меня больше бесит то, что он живучий. У него броня есть, хорошая причина. Ну, тебе-то, у тебя в другой стиль игры, что называется. Меня он бесит с этой точки. Ну просто потому что он есть. Понимаешь, он тоже не очень живучий. Сейчас хватает одной ракеты. Да? Кто ушел? Ну он где-то здесь ходит. Самолеты налево. Много самолетов налево. А десятых пара. Не то слово. Ну а там Катик.
Чё-то там котики херней страдают в небе. Тула, а БРДМ-ку справа можешь двинуть вот сюда, вот, чтобы посмотреть, что на базе происходит? Угу. Вряд ли там что-то страшное, что убьет БРДМ. Хотя там в лесу может кто-нибудь стоять. Тула, двинь вперед ВДВшников. А то неловко получилось. БРДМ-ку двинь, ВДВшников двинь. Двигай жопой. Двинуть, блядь. Метка, справа. Кстати, видишь, вот опять же, о чем я говорю. Говно это. Что, он как не сдох? Такси, такси заказывали. Орудие к бою готово. Ну, вон они правее переехали. Залпы переезжают. Умный, сука. А вот он и попался, его видит Тула. Ща выебу. Ты чем работаешь, Фанин? Местами сейчас он остановится, я местами в него ебну. Лево два Thunderbolt. Ремонт. Остановился, ебу. Да, там. У меня долгая перезарядка. Майстер, нет, я уже. Все хорошо. Потому что у меня стак начался КД после длительной стрельбы. Валы меняют. Ну, скорее докидывают еще снаряды в автомат. Умница. Там КС. Блин, только я попал. Любви у нашей контрбатарейка. Да. Блин, надеялся, что она победит. Сука, 117-й пидор. Чтоб тебя Югославы сбили. И выебали. Да, микроволновкой. А вы уже напитили микроволновки? Конечно. Кто с фронта? Признавайтесь. Вы со мной говорите? Микроволновки, холодильники, что там еще? Унитазу. Асфальт, блядь. Асфальт? Да. Его надо было? И никогда не видели асфальт. Конечно, не видели, ты че. Похуй, что мы отстроили. Хорошая игрушка. Мне больше всего с унитазами нравится. Ну без унитаза, конечно, да, так, по-нашенски, по-деревенски. Чё-то вот эти ребята стоят, они двигаются, по-моему, скучно. А, вышел человек, который не работает. Так может это ёбнуть? А то тот, кто может стрелять, потом может начать. Я одну убил, ничего не изменилось, они так все равно стоят. О, это вторашка. О, втораш. Летим тоже. Погнали. Ебош. Интересно. Ваш втораш, да, у меня пиписька лучше. Только с нашей стороны будут вышки. Только за красной стороны. Кошерные вторашки. Ой, не кошерные. Как-то не кошерные, вполне кошерные. Не покупайте свечки, мы будем брать, как бы. Используйте вертора, чтобы не сказать. Полетели. Да-да-да, видишь, как он обходит через центр. Да, слышу. Уазик погиб.
Больше всего мне досталось, он мне почти все вынес. Ну, сразу видно, кто как играет. Артиллерист, наверное, да? Нет. Механ. Камнир. У механов тоже есть ствольная атака. И душа. Нифига, у маэстро там акации спрятаны. Да, только они мне... Ох, повезло. Радуйся, что мне летит в акации. Акации. Вот это да. Он ЦФГ решил Ноны убить. О, ё-моё! А потом, где наши фобы? А вот они. Вообще-то я акации никогда не заправляю. Они стреляют, потому что они... Тебя их другие заправляют, да, кто-то? Я заправляю от чужих фобов, да. Ты спасен. Не благодари. Спасли тебя. Ни к чему эти слова благодарности. Нахуй не нужны. Нахуй. Пися. Пися? Во лбу, блядь. Тандроболь справа. Пися. Не попадешь, они же там уже 10 человек, там уже есть. Куда нам отправляться? Не надо скопикусов выгонять. Он... Я могу в тундру пойти. Кто у кого будет разница очков хуже всех, тот не... Я тебя, блять, выгоню. О, я так понимаю, что спикер. Вот это будет мотивация, прикиньте, реально, надо устроить такое правило. У нас уже вон вертолеты. У спикера разница очков будет близиться к этой, к бесконечности. У меня будет все идеально просто. Две ракеты, два попадания. Вот я понимаю, 117-й от бога. Твоя пехота, которая там умирает в лесах, там, скажет там. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, вы что вылетаете на меня? Нет, я добрый. Идите нахер, я с земли буду атаковать. Шемку-то тащу. Вы со мной говорите? Тащусь. От кошемок. От милфа кошемок. Ля, не напоминай. От милфа кошемок. Вот вообще. Пожалуйста, хватит. Бля, что-то приступ астмы, блядь, вам. Астма, приступ милфа. У него просто вся кровь ушла из организма в определенный орган. Человек очень сложно стало жить. Билфа с астмы до кошемки. Саспенс. Он специально все кошемки снял? Сейчас поставит, я думаю. В прошлый раз так было. Я думаю, выделил все. Ну, если все... Ты на базе прям выбил точно? Да. Тогда почему мы еще играем, если ты выбил кошелек? Ну ладно, вот, те... я думаю, с Николаса движется, да, на базу. Еще где-то одна. Ты обещал, что это последняя, бля, да. Мы не верим тебе. Нахуй. Вот его и выгоним. Да, мы нашли, блядь, против. Это не то, что мы хотели от тебя увидеть, получили. Те еще могут быть. Это залет. Вон она ездит по йоту, по йоту, по йоту. Ну, этот, Роман, Уралом пизди. Тарай нахуй, блядь. Он видел. Урала, блядь. Тунгуска, давай. Этот УАЗик твой. Пожалуйста, не убивайте, дайте Тунгуске, блядь, УАЗик захуя. Реализовать себе. Мне показалось, ли кто-то по скопу стреляет ртой? Это я сам стреляю. Уже похеру, я лечу бомбить его верты. Там были войска. Да, все. Лечу бомбить. Но они умерли до того, как... Разница больше всего у... Казака, пусть все, я. Его и кикаем. У кого? У меня разница 30. У меня 2 к 1. Скопикус. Скопикус. О, Скопикус, Наки. Наша карта, 1000 лет не играли. Все, я освобождаю.